Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Сегодня я нахожусь в гостях. В гостях нахожусь у Тихона. У меня не спрашивайте эти игрушки, спросите у Тихона, что в зеленом доле. Под Казанью 40 километров примерно. Вот смотрите, в родной коробочке малютка называется, комплект игрушек. Давайте мы посмотрим, что здесь есть. Дед Мороз, Снегурочка. В пластмассе. Есть. Есть. Еще одна Снегурочка. Обалдеть. Смотрите, какая красота. Друзья, перечислять все здесь замучаешься. Вот. Здесь есть и папье-маше, и пластмассовые игрушки, и в стекле я вижу игрушки. Это для мини-елок. Это если не хватает, ну, скажем, помещение, а праздник отметить как-то вот вроде как бы хочется. Люди покупали миниатюрные пластмассовые елки, накрашали, украшали, наряжали и смотрели. Друзья, все-таки я хочу подержать. Смотрите, стеклянный снеговичок. Ага. Их два здесь. Тихон, а вы не скажете, сколько стоит? Вот даже космонавтик есть. Вот этот наборчик. Какой? Вот этот весь набор. Если все, то по 50 рублей на круг. 50 рублей на круг. Ну, здесь, наверное, игрушек 20, 25, может быть, 30 есть. Друзья, кому интересно, я адрес Тихона дам. Звоните Тихону, Тихон вам поможет. А я с вами прощаюсь. Канал Каримов Равиль. Канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Будьте с нами. Сердечная благодарность, конечно же, людям, которые поддержали мой канал и смотрят. Спасибо всем. Бай-бай.